МЧС – это служба, которая, если, я считаю, если человек где-нибудь застрянет, он может вызвать МЧС, и ему, и его освободят. Даже если животное, тоже может МЧС, если человек, допустим, домашнее животное, полезло под забор, думало, что пролезет, и застряло, то человек вызовет МЧС, и они его высвободят. Но эти люди, я считаю, они должны быть храбрые, смелые, сильные, добрые, умные, героические. Потому что всякое случается на службе. Чрезвычайная ситуация – это ситуация, ну, очень сильно опасная. Ну, любой пожар – это чрезвычайная ситуация. Некоторые ситуации могут чрезвычайно проходить из-за людей, а другие – из-за природы. Пожарные спасают людей с верхних этажей с помощью лестниц. Ну, или батутов. Ну, таких специальных, когда человек прыгает и приземляется на батут. Или матов.